Ну что ж, возвращаемся. Мы все, вступительный ролик прошел. Я пока раскидаю наших чемпионов по их позициям. А мы, конечно же, поговорим про закупы. Наша стандартная тема. Да, что тут говорить. В принципе, все как всегда. Единственное, что Ренектон идет вообще без вардов. Он берет себе Close Armor, да, 5 потов, а вардов не будет, так что... Может этим воспользоваться Скарнер, Аль Капоне который, но не думаю. И вот команда гигантов идет на вражеский синий баф. Да, сейчас я поменяю. Что ты там меняешь? Название команд. Меняю название команд, чтобы люди знали. А, ну меняю вообще. Женя просто молодец. Все он правильно делает. Ну что ж, а команда... Команда? Дабл баф сюрприз. Да, дабл баф сюрприз, дабл баф, все просто дабл баф. Собирается инвейдить синий. Посмотрим, выйдет ли у них что-нибудь. Ренектон с Физом будут брать своих волков. Блицкрэнк с Квиной забирает големов. И вот дабл баф команда двигается уже к синему. У Ренектона будут явно проблемы, он встрянет сейчас очень сильно. И вот он начинает бежать, я думаю, это ФБ, да, ловит его трэш. Много дэмэджа он получает, конечно же, это First Blood. И с чем мы, в принципе, поздравляем команду Double Buff Surprise. Вот так вот. Да, очень неожиданный врыв. Явно не ожидала команда Giants такого входа от Double Buff Surprise. И, собственно, их название оправдало такое, скажем, их инвейдик. И еще мы видим, свап линиями идет, так что на топ отправляется трэш вместе с Эзрилом, а на боте Джесси. И я думаю, как-то по идее у дабл баф должно быть побольше преимущества. Так, врывается Физ, вносит немало урона по Ариане. И будет ли Игнайт? Почему? Нет, не будет. Почему нет Игнайта? Ну не захотел он давить ее на втором левеле, все-таки много бы дэмэджа получало Тавера. Там проблема у нас у Ренектона. Немножечко его поджимает. Смотри, что творит Лисин. Он врывается, и у Скарнера есть проблемы, будет ли он флешиться. Сони, а на нем пушка, флешиться да, нельзя. Да. Смотри, Слышан забирает все-таки Скарнера, и счет 1-1. Будет ли сейчас Sonic Wave попадает Sonic Wave, и еще один килл, дабл килл для Лисина из команды гигантов. Что ж, выигрывают уже на 400 голды. Да, великолепное просто начало, вроде было для дабл баф сюрприз, но Giants Ozone просто ответили им и показали, что, ребята, мы тут гиганты, мы тут главные, поэтому не стоит, скажем так, зарываться. Еще Лисин пошел, забрал красный баф. Да, и смотри, заходит он на топ, будут ли проблемы, тем временем Ренектон прыгает, фармит, бегает Лисин по бордам, его видно, поэтому отходил трэш, и никакого ганка не будет. А вот на боте драка, проблема у Джесси, забирает его Квин, забирает его Блицкрэнк. 3-1. Да, 3-1 уже счет, посыпалась немного команда, инвейт у них удался, но я думаю, это, наверное, был, ну, не сказать, что потолок для их возможностей, но все-таки... Этим они застали врасплох своих соперников, а теперь расплачиваются. Видимо, разгневали они гигантов, так что промазал Рокет Грабом Блицкранк. Но смотри, Квина очень смело идет, харасит своего соперника. Тут Лисин, он вообще контрджанглит просто по-бешеному, так сказать. Я бы сказал, что он там, я не знаю, не контржанглит, а ромит. Вот проблема сейчас будет только Капоне. Подходит только Капоне, получает дэмэдж. Идет Sonic Wave. Много дэмэджа ловит только Капоне, но скорее всего сможет уйти. Да, да, спокойно он уходит, но потеряет время. Меньше возьмет экспы. Тем временем, видишь, Лисин делает коварный. Забирает вражеских волков. Все подчистую забирает. Ну, правильно делает, не оставляет экспу Скарнера, так что буквально через минут так 5, наверное, уже разница будет настолько большая, что бесполезен будет Скарнер. Ренектон тем временем на топе
На боте там драка, у Джесси маленькая проблема. Да у Джесси тут смотри, с флеша врывается Нео. Нео Каус один. Делает килл на миде, то же самое, а вот флеш использует Ариана. Да, как-то прям везде они, да, как это выразиться правильно, просто дамажат, харасят, да, прессингуют по всем фронтам, но только вот бот, топ, ну я имел в виду бот-линия, которая сейчас на топе от Double Buff Surprise, кое-как, ну не кое-как, довольно-таки неплохо справляется со своей ролью. Но подходит Морден, и смотри, аутфлэш сразу попадает своей кушкой Лисин, начинает сапогоня за трэшом, экзост идет на Лисина, у трэша нету флэша, и в общем-то вот такая вот скороговорочка и килл для команды гигантов. Да, в чате хоть и... Троллит Ренектон, очень жестко троллит Ренектон Эза. Я это показывать не буду. В чате на Твиче показывают о том, что всего лишь 3 килла у Арианы. Ой, уже 6, ну ладно. То есть все понимаем. И 5 у Джесси. Так что, ох, на боте очередной врыв от Физа. Он вносит очень много урона. Ты сказал килла, я не понял о чем ты. А потом посмотрел на фарм и сразу все и понял. И сразу все понял, да? Да, ихние киллы, это теперь они вычисляются именно фармом. Да. Это именно так. Ну так, что ж, мне кажется, команда Физ ультует на миде и пошел врыв. Появился этот урк, или как он там называется? Как этот? Урк? Моржик, как его? Урф, нет. А, урф, точно. Появился урф и просто съел он Ариану. Беспощадный урф. Ну что ж, мне кажется, команда гигантов сильнее показывает себя... Команды СК, СК как-то там на топе Эзрил получает, ух, сколько урона он получает, но никуда он уже не идет, получает рэмпич уже Морден получает, и сколько у него, 4 килла, 4 против 0, на боте тем временем Нео Каус взрывается, уже Джесси прессингует, ставится вард, но не убежит, он уже некуда, Рокет Граб просто дают такой хук слева или справа, я не знаю, как он там попал, и в общем нокдаун, или в нокаут отправил он Джесси. Так, а наши зрители, вот открыл я чат, вообще не пишут, забито все всякими непонятными словами. Непонятными испанскими словами, да, уже пишут surrender 20. Это тот неловкий момент, когда 7-я минута, уже хочется классать по surrender. Да, и пишет Эш, что что-то наподобие at least we got first blood, доволен он ФБ. И да. На миде там Аль Капоне подходит, пытается он чезить за физом, но не лучший это вариант, там оверфит, подходит Морден, много дэмэджа, кидается фонарь от Рэша, ульта от Лисина, попадение кушкой, догоняет он все-таки, догоняет он Скарнера, ульта шла от физа, попадает от Рэша, дэмэджа не хватает, но смотри, что делает физ, прям под товара влетает, если бы попала кушка от Лисина, убил бы он Рэша. Решили втроем против двоих на миде играть. Смотри, так что творит. Смотри, что творит Экстер. Он просто идет под Тауэр и чуть было не ворвался. Ах, вот это. У Лисина проблема, я думаю. Во-во-во, полегче. Делают килл трэша, а вот флэш. И живет Лисин все-таки. Подходит сюда еще Квин. Умрет ли Ариана? Врывается Экстер в Ариану. Много дэмэджа. Подходит Квин. Смотри, сколько дэмэджа летит. Они вообще бэкдорят по-страшному. Еще Ариана сейчас умирает. А Квин забирает Ариану. Физ забрал Скарнера. И это действительно уже 9-я минута. Еще даже 10 минут игры не прошло. Уже 11-1 счет. Разница в 6000. Фармят чужой лес. Я думаю, ну если бы чуть побольше ХП было, можно было бы и Дрейка пойти забирать. Но... пока не спешат. Разница по голде 5,5 на 9-й минуте. 5,5 тысяч в смысле. Серьезная проблемка у команды. Double Buff Surprise. И я думаю, это, если таким сленгом говорить, не вывозняк. Очень интересный сленг. Я такого не слышал еще. Ладно. Так, Лисин снова идет. И смотри...
просто отпугает. Он с Гарнера, он ему ничего не дает сделать и явно тут заберет. Сейчас Смайта забирает. Лисин один против двоих, попадает Death Sentence, подбрасывает, уже один посмотри против двоих. Посмотри разницу в лаг, седьмой, там вот топер пришел пятого левела, получил ногой. И смотри, если бы он улетел, это было бы... Но все-таки это первый заслуженный килл команды Double Buff Surprise. Ренектона там зажимают все дружно. Нет еще шестого левела у Скарнера. Вся команда, вся команда просто собралась на одну линию, пытается забрать. Смотри, будет дайв. А, я знаю это. А, бей его толпой. Но не выходит. Скарнер умирает как-то он. Недооценил выше. Куча мала, в общем, называется это. И смотри, Ренектон один прыгает четверых. Я думаю, его это улыбает, но бежит Квин и Блицкрэнк. Очень много дэмэджа получает С, еще Игнайт на него вешается. И вот тут привет! Прыгает Блицкрэнк со своей ультой, дает кучу дэмэджа, даблкил. Он делает Ариану триплкил, забирает Реша, застань его. Ну, бить. Квадро будет? Нет. Все-таки решил Реник забрать себе. Триплкил для Тремника, да, Тремника вообще... Это просто, ну, избиение нереальное. Я даже не знаю, как это назвать. Младенца. Вот так. Избиение младенца. Не, ну, все-таки уровень игры действительно разный, но для команды Double Buff Surprise это будет неплохой... Опыт. Опыт или урок. Не, ну, ну смотри, как ты уже отмечал, они довольны своим инвейдом и первым фестбладом. Второй, ох, врывается физ на боте и просто... прокаст забирает он Ариану. Тут на еще Лисин. Не хочет останавливаться. Ульта от Скарнера идет. Дал он свой. Бегут прям, несутся. Dragon's Rage с ноги выдал он Скарнеру, так что тот улетел. Но это вообще уже смешно. Блицкранк дерется против Эзрила. Но это вообще. Там на меде тоже неплохо дерутся. Давит Лисин Джесси. Тут два попрыгунчика. В общем-то, но умрет. Нет, не умирает. Физ был барьер. Я думал, умрет. Делают они два кила. Там еще Эзер. Никто убил, и умирает Лисин. Мордан все-таки погиб, не выдержал он такого натиска. Но все равно согласись, команде Double Buff Surprise нужно пятером бить одного, чтобы его убить. Если кто-то подтягивается из гигантов, то это все. Это уже там они втроем могут свободно играть против всей команды. Крипстат просто ужасающий, его озвучивать не имеет смысла. 12 минута, разница в 10 тысяч голды. Пишет, что гиганты играют против ботов. Где это пишет? Ну, в чате он там. Там, да. Giants vs. Bots. Еще это... 7 минут тоже пишет. Но я не думаю, что будет нажимать surrender команда Double Buff Surprise. Физ врывается в Ариану. Смотри, на русском сервере кричит акула. Но... Я думаю, что до 20 минут они могут и не доиграть, если честно. А тебе нравится, я понял, когда они доигрывают до 20 минуты. Я заметил уже. Там Квин на Скарнера очень сильно бьет. Мне нравится Николь Капоне. И ты болеешь за них, да? Я за него болею. Я болею только за Аль Капоне. За Аль Капоне. Ну что ж, вообще бэкдорят просто по-страшному. Даже не ломают башни, они просто все убивают. Только сейчас на миде падает башня, хотя сколько они уже до этого сделали киллов. Мне кажется, уже давно это можно было все оформить, но пока нет. Затаился там Эзрил. Че ты смеешься? В чате ревоты тестят новую мету, когда боты инвейдят. Так, врывается там Нео Хаос, и Скарнер его забирает под башню, умрет по-любому, но тем не барьер, менее... Барьер, смотри, что он там пытался убегать. Я думал, он уже Ренектон. Давно умер. Не, Ренектон там врывается, еще много дэмэджа Ариана. Умирает, даблкил. Еще и Мордор подходит, сейчас будет развешивать свои конфустические или тайские приемы. Так, еще подтягивается Визард... Тремник. Ты о каких таких тайских приемах? Ну, он же этот. Этот скин же называется... там, Муай как Тай. Он? Тай, да. Муай Тай. Ну, тогда про какой кунг-фу ты говоришь? Ну, Лисин сам вроде китаец, но тут он тайванец, так что они там все близко. Ладно, отфлешивается. Морден спасается. Играют, конечно, просто на пределе. Я хочу еще сделать ставку, упадет хоть ли одна башня у гигантов.
но мне кажется, что этого не будет. Так, сейчас я посмотрю на хп таверов, ловая. Ну, на топе есть шанс, что упадет. Я бы пошел бить специально. 7-й левел Джейси пытается Лисина защемить. Пытается напугать Лисина. Смотри, смотри на этого бешеного Блицкрэнка, впритыкал, да, просто пугает с карты. Да, его ловят, я думаю, нет, отфлешивается, просто вылазит из западни, в которую сам себя вогнал, и будет ли тут какой-то пуш. Но я думаю, что сколько их тут, втроем они легко пугают всех. Лисин помчался, отлично, он в арт улетел, просто супер прием. Да, Ренектон там тоже подбегает, у него немножко нету жизни, но тем не менее он купил себе BF Sword и PixAX. Да, впритык ульта от физа, много демеджа попадения Sonic Wave. Просто пугают своих оппонентов, гиганты. Гиганты просто зверствуют в этом матче. 16-я минута, но чувствую, мы пошла ульта от Квин и забирает физ Джесси, пошла ульта еще от Трэша, и тут замес, забирают Квину. Физ там на последний хп бегает, но подходит еще Морден, пытается спасти он и вытаскивает просто из передряги. Нету МП у Скарнера, как-то Морден не туда побежал, видимо, он хотел засейвить своего физа. Смотри, Блицкрэнк что делает, затаился, но недопонял его Ренектон, идут Игнайты и даблкил. Главное, что Ренектон все понял, и он один пошел там разбираться. Интересно будет посмотреть на игру SK Gaming против гигантов. Так, начинается замес. Ренектон чуть было не забрал еще Трэша. Ах. Блицкрэнк хотел убить Ренектона. С Slice and Dice все-таки пролетел Самокс. Да, разница... Ой-ой-ой. Убежит? Нет, смотри, это был флеш, но Блицкрэнк подбивает он Джейси и пытается убежать, потихонечку еще бьет он Джейси. Я думаю, Джесси лучше отойти, потому что если он будет чезить, то кто-то да его встретит. На топ бежит Лисин, даже не бежит на топ, берет красный баф. Ну, тоже неплохо. Физ гоняется за Джесси. Я думаю, что для Джесси 11 против 7, это просто фатально. Legendary получает. Хороший ульта от Арианы. Дэмэдж, правда, не идет. Посмотри на... Вот ульта Физа. Они поменялись ультами. Дабл килл, но... Барьер прожимает, спасает Скарнер, пытается что-то ХП сделать. Не зарает. Я думал, умрет. Физ, смотри, на какую ранжу прыгает сейчас Морден. Убивает он Скарнера. Проблема у Квины. Но она включает все-таки тоже шилд и спасается. 36. Такой счет, 12 тысяч разница в голды, при этом ни одного Дрейка еще не было взято, все только за счет киллов. Ох, тут что творят с Трэшом, бедолага, попал. Еще один килл для гигантов, и Морден качается чисто во вражеском лесу. Он такое ощущение, что в свой заходит только за бафами, и все. Смотри, Ренектон, ваншот. Арианы, много демеджа получает Джейси, грэб притягивает Джейси и подогнает, там тот пытается убежать, но гонится за ним Ренектон, догоняет его с помощью Slice and Dice и переключается на Скарнера. Да, пытается задавить, но нужно... Ох, экзекьют получил. Смотри, что смотри. Творит! А видела? Это было что-то нечто. К себе гробит Рокет Грабом, а еще Квина как раз этот заюзал скилл, который, ну, она мчится к цели. И получается, все через эту стенку пролетели. Это просто, да. Это нет. No comments. Физ врывается там беспощаден. Просто даже ни капельки не поддаются игроки команды Giants Ozone. Ну, появляется лишь бейн у Физа, демеджа теперь
намного больше. Смотри, втроем пытается, но в списке. Смотри, что он делает. Ой-ой-ой, убил Ариану, но сам умирает. Шатдаун. 500 голды получает он от Джейси. Ну что ж, можно будет закупиться, хотя Джейси себе купил Boots of Mobility, это что-то интересное. Первый килл, кстати, для... Ой, то есть первая смерть для Экстера, Физа. 11-1-4 у него. Только сейчас он умер. Опасные ребята. Суровые, я бы сказал. Так, надо посмотреть, сейчас гляну на третий раунд. Нет, там пока пусто. Ты смотрел? Да, я уже смотрел. Но, по крайней мере, все игры во втором раунде уже играются. Dragonborn Kittens тем временем победили, а Морден тут один против троих. И я думаю, что сейчас с помощью Квины и... И Блица, все, что Блица, будет. Да, и все, вот идет Грэб, который попадает, в принципе, делает смертником Джесси. Там Ренектон развлекает всех, ульта от Трэша. Посмотри, сколько дэмэджа Ренектон дал по четверым. Это какой-то ужас. А что уже у Ренектон? Ты видишь, какие у него предметы? У него вообще ни одного деф-предмета. У него все в урон. Да, Блудсерсер у него. Вот, Слэйс энд Дэйс. Под Тавр идет ульта от Скарнера. И, естественно, он умирает. Умирает он от Трэша. Квин в своей ульте летает, вносит дэмэдж. Да, забирает все-таки Трэша. Еще и Зрил. Вообще, там пришел Экстер и... Раздают они всем и вся, всем, кому можно. Правда, вот... Экстер использовал скилл и прыгнул под фонтан, в общем-то. Развлекаются ребята. Я думаю, что Double Buff Surprise тоже... Интересно отыгрывает Морден, но очень интересно просто такое. Так он веселится по-дикому. Так а что ему еще остается делать? Только веселиться. Не попадает он Sonic Wave'ом впритык. Тоже надо уметь. Да, Морден вообще скачет туда-сюда. Очень легко он доджит. И то, и другое. Прямо как издевается над своим соперником. И вот Скарнер включает скорость, бежит, и будет ли ультовать? Тут как-то он передумал, но я думаю, что для Мордена это финиш, хотя... Что он делает? Все-таки Эзрил. Эзрил все-таки попал в него и забрал. Да. Ариана пишет, что ихний late game куда сильнее, поэтому пишите surrender. Гиганты. Вот тут Ренектон один с тремя развлекается. Ой-ой-ой, какой дэмэдж идет по Ариане. Просто. Там уже Last Whisper есть, так что там просто беспощаден он и суров. Охо-хо-хо-хо, какой страшный звук от Скарнера, но... Сколько ультов, это ужас. Все-таки задавили они авторитетом Ренектона. А что собирать Blitzcrank, мне интересно? Kindle Jam, Фило... И слеза. Ну, Kindle Jam, Philosopher, это будет с Шурели. А, слезу он купил. Не знаю, просто for fun. Лисин с Блицом начинает разбираться с Джейси. Джейси пытался убежать, но неудачно. Шмутся Игнайт и фонарь. И на фонаре улетает, вот Лисин так не думает. Использует ульту. Замедление по Скарнеру, но нет. Уже он не уходящий. Подходит сюда Квин. Начинает драться со всеми одна. Там Физ всех разбирает. В общем-то, как-то... Без Ренектона они неплохо справляются. Трэш прилетает к Физу, а Физ-то только этого и ждал. Да, я думаю, это было зря со стороны. Ах, сейчас Физу перескочить. Включает он барьер, вешает Игнайт. Делает даблкил, еще и отпрыгивает. Просто красавец. Экстер играет великолепно. Ничего тут не скажешь. Но уже 25-я минута. Пишут ГЖ Трэш. Тем временем испанцев перевалило за 150. Да, очень много тут иностранцев у нас. Ну ладно. Первый раз такое творится.
Ну что ж, прорекламировали нас. Надо благодарить. Ринтон под ультой. Он там зверствует. Ну что ж, благодарить, нас же не понимают. Ничего. Будем делать вид, что испанский похож с русским. Да. Инхибитор осталось забрать. Но играют как-то гиганты. Ой, трэш, ой. Блицкранг там выдает. Я думаю, что сейчас для Джейси это будет смерть. Опять трэш какие-то делает непонятные мувы. Как бы говорит, ну, ребята, давайте, убейте меня, убейте меня. И умирает. Все-таки Валор очень быстро летает в своей стойке. Да, наш там получает что-то до 80% скорости передвижения, которая постепенно падает. А Квин там вообще бэкдорит, и вот сейчас ее Скарнер пытается куда-то там увести. Ультает, зрила, и сколько урона он сразу получает. Удастся ли ему бежать? Нет, не достается таки Самус. И бегает там вокруг тавров. Хотя у него много. Трэш пишет, что 25 минут уже играют, поэтому все в порядке. Все окей, да. Норма выполнена. Выполнена. Ой. Выполнена. Выполнена. Что это такое? Выполнена. Так, Валор там забирает. Квин забирает Ариану. Просто беспощадно. 39 крипов. Я не знаю, 25-я минута у Ариана 39 крипов. Это что-то беспощадное со стороны гигантов. Я даже не знаю, что они хотят сделать. Они просто дерутся там под фонтаном, но сам фонтан никак не заберут. Я думаю, так можно еще долго. Киллы набивают, может. Время тянут. 52-16. Ну что ж, может они рекорд хотят поставить по количеству киллов. Просто врывается Ринингтон и раздает там куча урона. Даблкил уже в его пользу. Я думаю, Ариане нужно убегать. Слушай, из двух скиллов он полблока хп у нее сносит. Да я вижу, там уже, смотри, подлетает, дает стан и... И все. И под фонтан. Так, Морден тем временем выбивает он Скарнера и сам при этом еще сейфгвардом спасается. Подходит Физ, и что ж, Джейси там где-то один, его одиночка остался, он один среди троих. И это уже килл очередной. Я думаю, недолго осталось нам смотреть эту игру, но тем не менее. Уже 56-17 счет. При этом за всю игру не сделан ни один дрейк. За всю игру ни одного нашора мы точно не увидим. Только бафы ходят и собирают игроки Giants Ozone. Пытается убежать Валор. Да, Валор не убежит. Смотри, да, Расворачивается, начинает раздавать дэмэдж вместе с Экстером. Ульта идет от Физа по Ариане. Много дэмэджа, там умирает Израиль. Тем временем Экстер забирает Ариану, надеюсь, это последний файт, уже сильно мучают они команду Double Buff Surprise. Blade of the Ruin King, лишь, да, включает Queen и начинает летать еще быстрее. Ренектон под два тавера лезет, дэмэдж его просто огромнейший. Выбивает Морден Скарнера, Скарнер пытается его убежать, но здесь тут как тут Ренектон и... Убивают. Тауры никто ломать не хочет. Все бьют крипов. О, ужас. Не, ну уже потихонечку ломают они и тавры. Да, я думаю, что это уже точно GG. Ну, сурово. Видимо, 60 киллов они хотели сделать. Да, норма выполнена. 61 килл и уже... как же они их унижают. Унижают, да, беспощадно. Еще один килл. 62 и Slice and Dice, и Самук спасается. GG. Да, GGVP. Ну, поздравлять тут, я думаю, не надо. Да, не надо. Ну что ж, я пока включу интро еще одно, а потом мы вернемся в эфир.